Всем нам еще со школьной скамьи на уроках биологии говорили, что жизнь это форма существования белковых молекул. Ну а так как этот канал создан, чтобы обломать вам весь кайф от полученных ранее знаний, а также ввести когнитивный диссонанс, то получите. Вам и тут опять соврали. Какие же основные типы молекул в нашем организме вы знаете? Наверное, вы ответите, что конечно же это белки, жиры и углеводы. Ну и будете правы. Белки, например актин и миозин, приводят в движение ваши мышцы. Жиры позволяют запасать энергию и воду, а углеводы участвуют в энергетическом обмене прямо внутри каждой клетки. Ну, по сути, вы правы, да. Самые одаренные вспомнят про ДНК. Недаром у нас в каждой клетке, ну, кроме эритроцитов, содержится, по сути, 1.5 метра этой самой молекулы. Если вы, конечно, решите ее размотать и каким-то волшебным образом отделить ее от гистонов. Удачи вам! И только самые прошаренные вспомнят про богом забытую молекулу РНК. Что же она делает-то? А, точно, в школе же говорили, что с помощью копирования последовательности нуклеотидов ДНК создается комплементарная ей цепочка РНК, и по ней уже делается белок. Ну, короче, абсолютно левая молекула, помощник, промежуточная стадия. Да. Ага. А что, если я вам скажу, что по сути мир основан на этой молекуле, а все остальные молекулы просто вокруг нее танцуют, пытаясь угодить ее желанию размножиться как можно больше? Как вам такое начало? Ну, естественно, не я первым до этого допер. Данная гипотеза была предложена еще в конце 60-х годов 20 века. Но тогда не было достаточно точных фактов, чтобы подтвердить данное предположение. Но 80-е годы обозначились как годы открытия каталитической способности РНК. А ведь до этого на 100% было известно, что катализом могут заниматься только ферменты. Очень сложно устроенные белки, целенаправленно создаваемые в цитоплазме для расщепления всего, что в клетку попадает. Важные белки, много их на самом деле, и каждый за свою функцию отвечает со своей специфичной структурой, близнецов вы среди них не найдете. Да, круто, но давайте-ка вспомним, как белок создается. Всем известно, что начинается все с размотанной молекулы ДНК, когда специальный фермент крепится, чтобы считать информацию и передать ее в цитоплазму. А как этот фермент узнает, куда крепиться? По праймеру. По праймеру, который указывает ему точку отсчета. А праймер этот сделан из РНК. Потом делается копия, указанного этим кусочком РНК генома. И копия эта тоже состоит из РНК. Чё-то подозрительно, не находите, да? Затем эта копия отправляется в цитоплазму, где на рибосомах собирается первичный белок. Ну вы, наверное, уже поняли, из чего сделана рибосома. Да, все верно, из РНК. И вы, наверное, уже догадались, кто приносит аминокислоты к месту постройки белка, да? Опять РНК. А кто дает этому процессу сборки энергию? Ну, тут вы уже сами догадаетесь, да, опять это РНК, то есть весь процесс создания белка без РНК просто тупо невозможен. Энергия в клетке также запасается в виде нуклеотидов РНК, это АТФ и ГТФ. Переносчиками протонов в дыхательной цепи на митохондриях внезапно тоже являются РНК. И дыхательная цепь производит еще больше заряженных энергий молекул АТФ, чтобы конвейер не останавливался. Сюрприз, не так ли? А вот теперь чуток поясним за рибонуклеиновую кислоту, ага. На самом деле, согласно современным исследованиям, молекула очень интересная. Так как это нуклеиновая кислота, она может хранить информацию, что очень удачно используется в цикле биосинтеза белка в самом начале. Так как РНК может создавать различные сложные структуры и имеет несколько химически активных точек на молекуле, она может способствовать катализированию реакций, как рибосомная РНК при сборке белка. Так как относительно более нестабильная структура этой молекулы позволяет присоединять фосфатные остатки, используя энергию от любого чиха в цитоплазме, а растворимость отдельных нуклеотидов просто молниеносная, она также используется в переносе и депонировании энергии в клетке. Но вы можете возразить, есть же сейчас ДНК, есть белки, черт с ней с этой АТФ, может просто древней протоклетке стало так удобно, и она ее и начала юзать. А вас не обманешь, ну точнее это проще простого. ДНК по своим способностям требует несколько больших энергий на сборку цепи, чем цепь из РНК. А так как затраты на сборку примерно равны затратам на разборку, то и длинная цепь ДНК будет куда более химически устойчивой, не так ли? Но если мы перенесемся во времена протоземли, то скажу я вам, мест, где ДНК могла бы спокойно самозародиться в таком количестве, чтобы породить наследственность, ну вы их там просто не найдете. А вот РНК, благодаря более легкому пути к образованию полимеров, могла. И уже потом, согласно теории эволюции, когда образовались первые мембраны и зону химических реакций получилось отделить от окружающей среды, только тогда появилась возможность создавать длинные молекулы ДНК, потому что РНК это было тупо удобно. Согласитесь, если у вас не особо сильная связь между нуклеотидами, то гораздо легче нанять раба, который будет помнить всю инфу за вас. Вот как-то так ДНК и стала хранить информацию в клетке. И, кстати говоря, больше-то нигде она и не пригодилась, что явно указывает на то, что ее было немного, создавалась для определенной цели и вообще сиди себе и не выделывайся. Да и согласитесь, когда книга содержит больше страниц, то и вариантов словосочетаний будет побольше, а вот если твоя наследственная книга размером
размером журнал, ну извини, братан, особо структур не построишь, да вымирай уже, а, наконец. Так что РНК наняла себе раба, чтобы он помнил все за нее. А, страшная история. С белками все примерно так же, а точнее мы тут про ферменты парой слов обмолвимся. Как я уже заметил, РНК обладает способностью к катализированию реакций. Причем, какую структуру такой рибозим примет, такую реакцию он и сможет катализировать. Но если у тебя всего 4 нуклеотида в запасе, а вся инфа в твоей структуре содержится в паре десятков нуклеотидов, потому что записать-то просто больше негде. Много вариантов химически активных веществ ты не сделаешь. Но, получив в свои руки ДНК, наши рибозимы получили большие размеры цепочек, что дало в свою очередь возможность расширить способности по катализированию реакций. Ну а больше реакций, значит больше шансов выжить, потому что энергия сама себя не подарит. Но какой бы крутой и универсальной ни была молекула РНК, ее активность все равно ниже активности современных ферментов. А ведь у пептидов в те времена не было проблем с недостатком в различных формах и структурах. У них одних аминокислот в составе более 20, создавая все, что душе угодно. Древняя РНК эту тему, естественно, прошарила и научилась связываться с аминокислотами. Хотя, думаю, она и раньше это умела. Но без надобности эволюция фичи не развивает, так что до появления мембран сия способность не особо-то и пригождалась. Вот и тут химическая эволюция помучила протоклетку еще пару сотен миллионов лет и создала первые ферменты, которые при всей своей сложности были в плане химической активности более полезны, чем рибозимы. Ну а получив в свое распоряжение еще одного раба, РНК занялась поддержанием его способности к воспроизведению, закодировав собой структуры белков и записав их в ДНК. Идеальная экономика, скажу я вам. Саму РНК в итоге устроила роль посредника. Тут я тебе инфу скину, тут я аминокислоты к месту синтеза подгоню, вот тебе энергия с моих АТФ, а вот тебе, мой любимый цитохром, протончики из цикла Крэбса для твоей дыхательной цепи. Сделай плюс еще АТФ, и тут колесо сансары дало оборот. Так что вся твоя жизнь – это не способ существования белковых тел, а арабская жизнь в угоду желанию РНК размножиться и захватить мир. И как видишь, она уже на пути к победе. Поэтому ставь лайк, делись этим видео с друзьями и помни, мир гораздо интереснее и забавнее, чем рассказывает тебе учебник биологии.